На сьогодні у Слов'янську анонсували зустріч із представниками газовидобувної компанії Shell. До початку на Майдані Революції зібралися люди з гаслами. Деякі з них такі акції відвідують не вперше. Сьогодні учасники налаштовані рішуче. Фахівців слухати не збираються. А ви збираєтесь слухати те, що будуть говорити представники компанії Shell? Ні, ви знаєте, ми настроєні настільки жорстко, категорично, согласно нашій прекрасній конституції. Ну, я їх слухати більше не буду. Поміж тим, до Слов'янська завітали не лише представники компанії Shell, а й фахівці з Донецької геології та чиновники з облдержадміністрації. Та їх і слухати не стали. От цих всіх людей, щоб він послухав. А не ми його, ми о ньому знаємо все. Трішки послухали депутатський запит Олексія Азарова до профільних міністерств та компанії Shell. Документ озвучив голова громадської ради Анатолій Левіт. Провести екологічну експертизу проекту та опублікувати її результати. Навести дані стосовно програми соціальних гарантій, суспільної безпеки для населення округу. Врешті мети зустрічі не досягли. Представників Shell та фахівців-геологів частина громади не забажала слухати. Врешті вони змушені були піти. Тому навіть ті, які хотіли щось почути, не почули нічого. Ми тільки слухали одну сторону, скажімо так, представників населення, і то району. А хотілося б слухати і сторону, яка прийшла, скажімо так, і компанії Shell, і геологорозвідувальних організацій. Поэтому я думаю, что еще должна произойти встреча уже в конструктивном, обговоренном порядке. Много было очень людей, которые просто были настроены на то, чтобы не дать состояться этой встрече. Ну, вот это лично мое такое мнение. То есть пошли путем таким, что начали кричать, начали там свои возгласы и так далее. Мы понимаем, как бы мне понятны, в принципе, ихняя заинтересованность, мне понятно ихнее волнение. Но я все-таки сторонник того, чтобы эта встреча, ну, мне кажется, должна была пройти немножко по-другому. Все-таки надо было выслушать представителей Shell. Это, прежде всего, ну, как бы моральный такой фактор. Все-таки люди приехали, надо было их послушать, надо было позадавать им вопросы. Отже, зустріч із фахівцями зірвали, а питань багато. Відповіді сподівалися отримати і мешканці села Хрестище. Две недели уже идут как гидроразрывы, там раз пять или шесть земля содрогалась. У нас во многих колодцах вода уже начала уходить. Во всех практически колодцах уровень упал уже впополам. Есть уже сухие колодцы, у которых дно видно. Отже, маємо можливість показати коментар з цього приводу, який дали представники газовидобувної компанії Shell. На настоящий момент времени мы никаких работ не ведем ни в Славянском районе, ни где бы то ни было еще в Донецкой области. Единственное место, где мы ведем работы, это Харьковская область, Первомайский район. И это не в рамках соглашения о разделе продукции, и не в рамках лицензионной Юзовской площади. Это в рамках проекта с Укргазодобыванием по геологоразведке. Соответственно, прежде чем мы начнем вести какие-то работы на территории Юзовской площади, мы для начала проведем все необходимые экологические исследования. Затем под каждую скважину будет разработан технический проект и его экологическая составляющая, которые пройдут все необходимые экспертизы, включая публичные слушания. На настоящий момент мы даже не выбрали площадки первоначальные, где мы будем бурить. Будем ли мы бурить в Славянском районе первую скважину, но будем ли мы бурить в каком-то еще районе. То есть пока мы находимся на этапе геологического изучения. Никаких работ мы не ведем на земле. Вот люди говорят, называем их очевидцами, что якобы уже видели машины, которые цистернами везли уже куда-то жидкость для осуществления гидроразрыва. Как вы это прокомментируете? Мы, опять же, даже по нашей первой скважине в Первомайском районе, мы не проводим пока работ по гидроразрыву. И, в принципе, я не знаю, какие-то цистерны, но это не цистерны Shell, и работа нами пока в принципе не ведется.